Ну а мы продолжаем. У нас в гостях Евгений Петров, руководитель отдела по связям с общественностью Центра спортивной подготовки Самарской области, и Татьяна Бибик, мастер спорта международного класса. Доброе утро. Здравствуйте. Каким спортом можно заняться на пляже? Посоветуйте что-нибудь. Ну, на пляже можно заняться любым спортом, но на песке, конечно же, можно заняться волейболом, футболом. Самый традиционный вариант. Традиционный, да? Вариант. Есть ли какие-то особенности спорта пляжного, который вот на песке происходит? Ну, вот теперь мы играем в бадминтон еще там. Я знаю, да, что есть такая особенность, но футбол, по крайней мере, пляжный, это очень физически сложно. Тяжело, да, очень тяжело бегать. На песке все. На песке все. Вот, так что если. То есть нагрузка увеличивается. Конечно. Даже бадминтон, когда на песке играешь, такая же нагрузка на ноги идет. Ну, я могу себе представить. Кстати, надо попробовать, я ни разу не играл. А сейчас на Самарском пляже проходит фестиваль. Расскажите, пожалуйста, о нем. Что за фестиваль? Это площадка «Спорт в Осем», которая предоставляет для отдыхающих пляжа Самарского возможность поучаствовать или активно отдохнуть, поучаствовать в мастер-классах и различных видах спорта. Помимо традиционных видов спорта на песке, мы оборудовали эту площадку максимально, возможно, современно. Там есть тяжелая атлетика, можно позаниматься. Дополнительно стоят турники. Дополнительно приходят тренера, которые показывают, ну, например, силовую подготовку, растяжку, йогу. И все это проходит ежедневно. Для тяжелоатлетики даже есть снаряды какие-то? Да. Гири, там, гири, штанга. Штанги лежат, да. А на какой очереди набережной это происходит? На второй очереди набережной. Чуть-чуть левее с памятника Засекина. Ну, то есть прямо в центре. Прямо в центре, да. Кто может принять участие, какие условия? Никаких условий, все, кто все хочет. Отдыхающие на пляже, да? Все отдыхающие, да. Серьезно? Надо как-то записываться, то есть если мастер-класс, или просто... Нет. Вот, то есть как живой поток, да? Если есть, ага, идет там свободная очередь. Время от времени мы объявляем это во всеуслышание на пляже. Скоро мастер-класс. Да, что будет мастер-класс, но также есть расписание официальное на сайте. Вот, и люди с удовольствием принимают участие. А какого рода мастер-классы? Вот все касается спорта или что-то, какие-то околоспортивные истории, например, по спортивному питанию, все-таки тоже интересно. Это лекции, они тоже проходят, вот, и в том числе по спортивному питанию. Различные бывают лекции, но еще и бывают клубы для детей, не только спортивные. Вот у нас была и живопись, вот, возможно, будет фотография, потому что это идет потоком в течение месяца. Вот стараемся разнообразить площадку не только спортом, но и другими активностями. То есть это в целом досуг, да? Да, досуг пляжный, полноценный. А вечером какие-то активности предусмотрены? Они не заканчиваются до 11 часов вечера. Да. Вот с 9 идет кинопоказ ежедневно. Что, ага, что можно посмотреть? Да. Тоже спортивная тематика, кстати. В основном разные фильмы со спортивной тематикой, советские, российские и иностранные. Достаточно известных много фильмов. Вот, в рамках пропаганды спорта это ежедневно можно посмотреть. И еще вечером очень большой популярностью пользуются танцы. Да, да, обучение мастер-класс и обучение по танцам. А каким можно танцам там научиться? Ну, разным, например, бачата. И на пляже все это? Да, все это на пляже. А, все на пляже? Все на пляже. А вот ребята, которые на набережной, на самой танцуют, это тоже в рамках фестиваля? Или они вот выходят, учатся у вас, а потом идут на... Если это на нашей площадке, то это, конечно, в рамках фестиваля. Потому что я видел ранним-ранним утром, часов в 7 утра, они уже танцуют. У нас площадка работает с 9 часов. С 9, понятно. То есть они разминались, скорее всего. В 9 всегда. Всегда идет зарядка, это или бег, или йога, вот, и иногда растяжка. Слушайте, по поводу йоги у меня всегда вопрос, потому что я уже лет 20 собираюсь начать и никак не начну, потому что непонятно, с чего начинать, как начинать. Вот можно ли непрофессионалу, человеку, который... Надо прийти на пляж к нам, и в мастер-класс все посмотреть и поучаствовать. Мужчинам тоже можно, да? Всем абсолютно. Знаете, вообще ограничений нету. Я предполагаю. От маленьких до самых взрослых. Я вообще не гонюсь. И еще так даже скажу, что йога бывает разная, и я на самом деле... Тоже был удивлен, потому что в моем понимании классическая йога — это когда там человек стоит, медитирует, вот, да, она бывает, бывает немного другой. Да, в парах в том числе. И очень пара, красиво, красиво выглядит. Ну и для тела это тоже хорошо. Да. А самые популярные, скажем так, какие направления, куда больше всего люди приходят, интересуются? Вы знаете, во всех направлениях достаточно много народу. Людям сейчас нравится спорт, активный отдых, поэтому
постоянно народ есть. И в том числе на вечерней. На всех площадках, да. И на вечерний киносеанс тоже. Ну, на вечерний киносеанс я знаю, там собирается вот такое вот, ну, не толпа, ну, да, можно сказать, даже толпа народа. Мини-кинотеатр. Да, мини-кинотеатр уже даже на самой очередной. А сегодня 27 июля. Расскажите, до какого числа продлится ваш фестиваль? И что-то, может быть, какие-то такие важные моменты, которые нельзя никому пропустить? До 12 августа. 12 августа включительно. Это Всероссийский день физкультурника. Площадка наша закончит уже работу 12 августа. Что касается каких-то дополнительных или интересных новшеств, да, они будут. Пока не хотелось бы их анонсировать, потому что на следующей неделе будет очень, возможно, будет очень интересный мастер-класс специалиста такого российского уровня. Достаточно много народу собирают. Вот. И наши друзья, возможно, будут делать такую услугу для людей бесплатную, которые не везде можно получить. Я не буду говорить. Заинтриговали. Да, хочу заинтриговать. Ну, вот. Да, основное это будет как раз, наверное, на День физкультурника. На День физкультурника будет много, и на следующей неделе тоже. Ну и надо следить за новостями. Да. За расписанием. Это все как будет готовиться как раз ко Дню физкультурника. Договорились. И я еще раз подчеркну, все бесплатно. Абсолютно. Абсолютно все. Класс. Есть фестиваль. Ну, да. Тогда да, можно сказать про эмоционность площадки. Она работает на солнечных батареях. Мы не употребляем энергию, кроме солнца. Вот, там есть бесплатный Wi-Fi. Удобные шезлонги. Круто. Это все тоже бесплатно. Зонты и питьевая вода. Я думаю, все придут и проверят. Спасибо огромное, что пришли к нам. Будем заниматься спортом. Ну, а через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим наше утро.